приехали к родным. И вот такой райончик у нас. Ехали 1,5 часа, по-моему, до них. Это недалеко от города Лонгмонт. Здесь недалеко находится озеро Картер. Это известное в Колорадо. И вот такой новый райончик. Вот дом племянника, потом позже покажу. Вот строятся дома в Америке. Такой спальный район, спокойный. Так, вот такой вот райончик строится. Так дома подряд стоят, и зеленые газоны такие, травка. Деревья пока маленькие, потому что низкий район, очень молодой. Вот гости сидят под навесами, вот домик, обычный американский. А сколько он стоит? Приблизительно 650 тысяч, наверное. По-моему, там 5 или 4, 4 или 5 комнат. Ну, вот такие вот дома. А такое у нас сегодня небо красивое. А горы... Здесь 15 минут, и мы в горах. Вот. Видите, как горы близко. Привет, Луна. Хай, Луна. How are you? Хай, Луна. Этой собачке было 2 месяца, когда первый раз мы с ней встретились. Моя ты дорогая Луночка. Она бегает. Такая воспитанная собака. Родственники, дети играют. Офис? For kids and for Jenna. Вот такой офис в комнате на первом этаже. Они занимаются. 4 rooms, yes? In house. 3. И basement. Вот такой у нас кабинет. О, Дженна повесила все свои награды. О, май гад. Молодчинка. Вот так у нее все чисто. Вот такой американский домик. Вот для холодных напитков. Вот такой здесь лед. И все холодненькое. Пивка. Декорация вот такая у нас тут. Так, дальше идем. Такие напиточки. О, май гуднес. Арбузик для этого. Лед. Вот такие куски льда. И это гараж. И вот ТВ у них с мексиканским флагом. О, ТВ. I'm shocked. I love your garage. Thank you. Декорации. So cute. Стулья. Вот такие баскетбол для kids. Вот так. Вот такой у них гараж. У кого какой гараж? У кого-то бардак в гараже. Вот у них все так организовано. Вышла на улицу снять немножко дом, улицу. И вот такая чистота. Вот такая чистота. Вот такие у нас деревья уже. 1,5 часа от Денвера. И прохладно. Ой, горы прям сумасшедшие. Смотрите, как красиво все. Какое небо. Горы и река. И здесь озеро Картер недалеко. Очень красивое. Надо будет как-нибудь подъехать к Картеру и снять. Вот дома еще никто не въехал. Видите, выстроились уже в ряд. Дизайн, постройка не одинаковая. И, конечно, домик меньше, домик больше, и цена колеблется. Ну, я думаю, заказываешь тоже. Покупаешь участок, заказываешь постройку дома, и по этой схеме выстраивают, и потом переезжаешь. Тоже хорошая идея. Мужа племянник купил себе машину. Форд. Вот так вот внутри. Ну, красивая, конечно. Ему сколько лет? 20 лет? 20 лет ему. Свою машину купил уже. Вот так вот, мои дорогие. Сейчас молодежь бежит вперед паровоза. Вот такая красивая машина у нас. Хочу показать. Не хвастаться, а чтобы у всех был стимул. Вот такая машинка. Молодчинка, 20 лет, сам заработал, сам купил. Не сидел на папиной, маминой шейке. Вот.
дай бог, чтобы все дети были самостоятельные, учили, зарабатывали и стремились вперед. Это девочки, доченьки, комната. Вот. Вот такие занавесочки. Кровать не буду снимать, девочка тоже некрасиво, а то если мы снимем. Вот такая декорация. Здесь у нее бабочки летают. И также игрушечки. Также телевизор у ребенка. Вот так вот. А это комната гостевая, когда кто-нибудь приходит в гости, бывает так, что издалека, и есть где остановиться. Все принадлежности, как в отеле, видите, как только у своих родных. Вот так, постель такая, принадлежности, полотенце, зубные пасты, щетки. Вот это комната для гостей. Правда, красота? В Америке, кстати, всегда для гостей комната есть. Вот еще другая ванная для детишек, отдельно от родителей. Вот все, что нужно. Так, все ярко. Очень нравится мне. Вот так вот. Это уже кухня. Такие. So beautiful. Oh, yeah, the color, man. No, in the color. This one. Oh, beautiful flowers. Какие красивые букеты. Oh. Beautiful. А decorations too. Вот такая, вот такое озеро. Прямо через забор от дома племянника. Вот такие горы красивые, видите? Такой красивый у нас Лонгмонт и его окрестности. Ну все, Гульшан прощается с вами. Всего вам доброго. Надеюсь, видео понравилось. Немножко ознакомились с нашим сегодняшним субботним днем. Я всех обожаю. Желаю всем здоровья, мира, процветания. До свидания. Это ваша Гульшан.